валик великого творца. Привет, привет. Сэр, как это будет называться? Танго в городе будет у нас тут. Танго в городе? Да, это наша новая любимая тема. Вы уже выбрали напарницу? Танго скоро станет национальным танцем ставропольчан. Что вы скажете о художнике? Художник великий. Наш маэстро пишет не только прекрасные картины, но и прекрасно танцует аргентинское танго в нашем клубе Буэнос-Айрес. Он подает хоть какие-нибудь надежды? Вот он лучший. Молодой человек. Этот молодой человек лучше в танго. Он танцует замечательные, страстные композиции не только в Ставрополе, но и путешествия по всему миру. Каков! А супруга знает? Супруга тоже знает. Супруга. Здравствуйте, девушка. Вы знаете вот этого молодого человека? Сейчас я посмотрю, о ком вы говорите. А вот в этот, который доверил свою... Где-то его видела. Где-то встречались, да. Очень. Это не тот ли Тангерас, который Тангерас... Хотите, я его приглашу? Да. Бирюзовая, светлая, в это время суток отлично идет. Я вас приглашаю. Что делаем? Звука. Вы это видите своими глазами, друзья. Будет ли похожа картина на то, что происходит сейчас на ваших глазах, друзья? Об этом мы узнаем буквально через 15. А может ли так танцевать Сергей Николаевич Паршин? Он даже лучше танцует. Он танцует даже лучше, говорит. Ставропольское танго, которое гораздо более страстное и пылкое, чем аргентинское. Что может быть лучшей рекламой для танго? Такая очаровательная, грациозная пара. 21. Какие нам аплодисменты! Переходящие ваши! Большое человеческое спасибо! Большое человеческое спасибо!